Ну что, там, как кончилось это пятичасовое сумасшествие? Все-таки. Да, все-таки кончилось. Надеюсь, это останется довольно гонкой и вознаграждением. Третье место. В упорнейшей борьбе просто. Занимают Дорофеев Максим и Гуляна Евгений. Ну поактивней, чё вы? А руку себе что не пожал? Ну и первое место. Просто в адской гонке отвоевывая каждый миллиметр трассы. Улара Сергея и Дима Довкирилл. Очень была выбрана правильная тактика. Тише едешь, дальше будешь. Так, все скажите сыр. Сыр. Сыр я сказал. Еще вот, давай еще. Да не сыр. Сиськи скажите тогда, ладно. Ну, ура, все. Все уже открыто. Опа! Я, пожалуй, это... Вот так вот. Че вы все разбегаетесь-то? А теперь все дружно за руль и плента. Они разве ну ж такой ядовитый. Ну я не умею. Я не умею. А теперь все в рот остальное. От него брызгай. Ну за рулем что ли? Рулем. Я так попробую путь победы. Вдруг понравится, да? Все, собираем. Теперь все сладкие и липкие. Нормально, стираем, есть стиральная машинка. Это была адская гонка.